виной всему падение нравов. Там, где моральных ценностей нет, невозможно психическое здоровье. Если мужчина вырождается в охотника, если его одолевают навязчивые идеи новых знакомств, если мерзавец эгоцентрист бросает прекрасную мыслящую женщину, отдавшую ему свою молодость и красоту, к тому же работающую на диссертации, ради какой-то колоды в юбке. Между прочим, я пользовалась огромным успехом и при желании всегда могла бы. О-хо-хо. Ну, доктор, ну какое это имеет ко мне отношение? Я вообще избегаю женщин. О, да, женщин тонких, глубоких, духовных вы избегаете, охотно верю. А почему, позвольте спросить? Что, они недостаточно для вас хороши? Они не разделяют вашей бредовой идеи превосходства. И в том, в чем вы видите доказательства этой идеи, они видят лишь паранояльный синдром. Поэтому вы от них бежите. Простите, но это ваша вина.